Привет, сейчас я покажу, как сделать страницу с картинками. Для этого мы заходим в наш аккаунт, вводим свой логин и пароль. Если вы ранее зарегистрировались, то этого уже дальше не надо делать. Пароль. Нажимаем «Войти». Дальше вверху у нас есть панель управления нашими записями. Все вы авторы на данном ресурсе. Поэтому «Добавить» нажимаем плюсики, «Добавить запись». Первым, что нам необходимо сделать, это добавить заголовок. Например, вот такой. Настольная игра «Живые картинки». У нас много картинок, но в любом случае я рекомендую ставить какой-то текст перед нашей галереей, нашими картинками. Например, вот много не надо писать, но надо, чтобы оно было. Теперь мы берем «Добавить медиафайл», «Загрузить файлы», выбираем «Файлы», «Запись». Выбираем все наши файлы шифтом или мышкой выделяем. Это не имеет значения по большому счету. Нажимаем «Открыть». Для того, чтобы мы создали галерею, нам необходимо нажать вот в левом верхнем углу «Создать галерею». И вот у нас выделены наши картинки, которые будут в нашей галерее. Мы какую-то можем отключить, включить. И в правом нижнем углу нажимаем «Создать новую галерею». Здесь мы можем перетаскивать наши картинки в нужном порядке. Которому вы считаете, оно должно быть по порядку. Дальше. Справа у нас есть настройки галереи. Ссылка «Оставляем страницы вложения», колонки 3. Случайный порядок не ставим. Размер миниатюра, галерея type. Это у нас по умолчанию, но нам надо нажать и выбрать вот эту опцию, вторую. Вставить галерею. Все, наша галерея готова. Для того, чтобы мы могли ее изменить, мы нажимаем на нашу галерею, и у нас появляется карандашик и крестик. Крестик мы удаляем нашу галерею, а редактировать мы редактируем нашу галерею. Также можете сюда добавить в галерею еще какую-нибудь картинку. Давайте я выберу любую, а потом ее удалю. Добавить. Вот наша картинка. Мы ее можем опять передвигать. Ну, в данном случае она нам не нужна, я ее удалю в нашей галерее. Проверяем. Обновить. Нажимаю в правом нижнем углу. Дальше. Выбираем рубрику. Игра. Развивалки для детей. Отмечаем. Игровая деятельность. Пойдет? Пойдет. Если какой-то рубрики нет, у вас много материалов, обращайтесь к нам, мы обязательно добавим. Выбираем метки. Нажимаем «Выбрать из часто используемых меток». Мы выбираем «Игры». Я думаю, творчество. Можно и карточки. Можно и развивалки. Я думаю, вполне достаточно. Больше 5 не стоит. Задаем миниатюру. Ничего это надо делать для того, чтобы на нашей странице запись на главной не была пустой, пустым квадратиком. Я, например, выберу вот эту картинку, она красивая. Задать миниатюру. Дальше пишем все его названия. Это краткое обозначение нашей статьи. Я предварительно написал, чтобы не тратить ваше время. Но вы прочитаете и, в принципе, вы поймете, как это все писать.
Дальше метаописание. Мы кратко говорим о том, о чем наша статья или галерея, страница записи. Все. Мы сделали страницу с картинками, добавили текст, проверяем заголовок. В самую первую очередь пишется. Рубрики поставили, метки выбрали. Поставили миниатюру. Отлично. В правом верхнем углу мы нажимаем «Опубликовать». Все, запись опубликована. Нам сообщает система, и мы можем ее посмотреть. Вот в таком виде будет выглядеть наша страничка. Мы можем перемещать, нажимать, либо сверху стрелочками. Для того, чтобы оно больше, можем просто нажать на картинку для удобства. Закрыть. Все, готово. Переходим на главную страницу посмотреть, как она у нас выглядит. Вот наша картинка, которую мы задавали миниатюру. Если вы хотите исправить эту запись, вот есть Edit, либо перейти на эту страничку, и вверху у нас есть редактировать запись. Поправили, что нам необходимо. Например, это выделить полужирным. И нажимаем обновить. Запись обновлена, сообщает система. Можем посмотреть. Спасибо вам, до новых встреч.